друзья, хочу показать вам подушку, да? Вот как вот, спать, блядь, на этой подушке? Ну, то херня. Я себе придумала другое дело. Подушка стоит вот 6 рублей, да? Ага. А я такая думаю, игрушка для собаки стоит дороже, да? А тут вон, нате. Да? О, все, будет играться. И полотенца хорошие, банные, огромные, по 7 долларов. Ну, конечно, надо брать. Сейчас поснимаю наши цены на мясо. Вот говяжьи ребра, кости, да, вот 22.09. Тоже ребра 41, но с этим с мясом. Значит, это брискет, его надо это долго, очень долго. Ну, они, короче, видите, что делают? Люди ходят, носом крутят, цены растут, каждый день. А, это... Ну, будут сокращать, да, покупки, а что делать? Вот это вот хорошие кусочки. Ну, его надо запекать, оно совсем без жира. Сейчас я вам покажу цены на стейки. Ну, я бы хотела, конечно, без жира купить. Вот эти сирлеон стейки, сколько вот их, 5 штук, 41.50. Вот цена за паунд, за полкило, а вот тут вес, 2,5 килограмма. Ну, так, плюс-минус. Так, вот это у нас рибай стейк. Вот, пожалуйста, 4 стейка, 90 баксов, а был, ну, в 2 раза цена подскочила. Ну, вот такие вот цены у нас. Ну, доводят людей до того, что перестанут покупать, поэтому будут сокращать поголовье. Ну, вот Нью-Йорк стейк 56, ну, где-то на 20-ку подпрыгнула. Да, было до пандемии 7 долларов за полпаунда, а сейчас вон 11.99, почти 12. Ну вот как-то так. Ну, самое дешевое пока это курица. Ну вот смотрите, вот это две курки органик, 29 баксов. Я так побыстречку, я не буду лазить, потому что люди после работы злые, хотят домой, и надо им шопиться, шмопиться. Значит, ножки целый пакован 8.11. Это что у нас? Крылышки 21.59. Но тут смотрите, тут о какой пакован. Тут 6 упаковок крылышек. Тут, если брать, то, короче, на большую компанию. Нам такое не надо. Вот, куриная грудка 30.96. Тоже, видите, тут 6 пакованов. На большую семью очень удобно. Хочу показать вам, сколько кошачий корм стоит. Вот сколько тут? 24. 48 маленьких баночек. Вот это 27 долларов. Это самый дешевый. Но моим надо, я не знаю, сколько баночек это. А сейчас еще эти котята начнут жрать, так это вообще хавайся. А тут вот какой-то элитный корм. 45 баночек у них написано. 32.69. Короче. Вот такие вот цены. Так, вот по поводу игрушек. Вот одна игрушка, какая-то курица, типа. Курица с мечом в животе. 9.50. Вот этих два каких-то холерных покемона с тремя глазами. 15 баксов. Это для собаки. Это не для детей, это собаки. 13 долларов какая-то. Джамбо динозавр. А мы не дураки. Мы за 5 рублей купили целую подушку. Короче, вот такой диван мне нужен вниз. Когда пол закончу. Смотрите, он недорогой, да, 1500. Единственное, что материал. Блин, какой он удобный. Подушки отстегиваются, интересно. Да, подушки отстегиваются, стираются. Потому что с моими котами, ну, собака вниз не ходит, только коты. А ну это. Вот такой мини-софа. А ты еще? Вот этот классный, темный, да?
1400. Но он этот темный. Это кожаный, сколько он стоит? Ну, блин, кожа, видите, если животные пошкрябают, это все. Трындец. 2300, бла-бла-бла. Короче, 2400. Вот этот классный, но он мрачный такой. И на нем шерсть будет видна, да, котячья. И подушки нет, стегиваются. Но он удобный, да, он такой наверху у меня. Надо будет покрывала какие-то покупать. Вот они проницаемые, пули непробиваемые. 100%. Подушки не отстегиваются. А, будем думать. Вот этот классный. Вот смотрите, они отстегиваются, стираются. То есть можно это вытащить, все. Постирать, засунуть. Засунуть ваты. Не, классный, классный. И недорогой. Все, я поняла, почему он 1000 стоит. Он вот так вот вытаскивается и превращается в кровать. Класс. Да-да-да. О, класс, да? Система. Блин, он такой удобный вообще. Такой классный. Таких два надо. Вместо одного большого вот такого, да? Надо вот таких вот маленьких два. И будет этот, как его, чего-то там, дром. Слушайте, он реально классный. Офигеть. Короче, мне на входе снова память стерли. Я это, приехала за этим кошачьим горшком, песком. Опять накупила всякой хрени тачку. Не знаю. Тут в этот Коска хоть не ходи. Каждый раз это... Минимум 200, как минимум. Слушайте, я тут себе какие-то дизайны лепила, а белки сказали, пошла ты нахер, мы тебе создаем вот такой вот дизайн. Вот представляете, с одной семечки вот такая лабуда выросла. Причем я даже не знаю, что это такое, кабачок или тыква. Но цветов много. Кстати, белкам спасибо, буду цветы рвать, фаршировать, есть. Ага. А уже все, опоздала на некоторые. Короче, вот такие у меня дизайнеры живут в саду. Все, рабочая неделя закончилась. Вот этот кувшинчик я готовлю на завтра. А вот этот бокальчик мне на сегодня. Так, все. Сейчас как квакну. И полезу копать огород. Короче, будем это, завтра куча дел у нас. Так что надо готовиться на жаркий день. Буду мариновать сейчас ногу. У меня есть такая вот ножка. Ягненка. Я ее замариную, завтра запеку. И мы с этим вином и зеленью как зашмякаем ее в несколько рыл. Вот такие у меня планы. Все, вам желаю хорошей и счастливой пятницы и шикарного настроения на выходные. Вот распечатала этот наборчик, только сейчас заметила, смотрите, три баночки, три разных крышечки. Ага, три разных горлышка. Не нужно. Запах бомбический вот этот. Я не знаю, называется море и песок. Так, вот это... Манго и апельсин. Вот это ваниль и этот, как его, сандальное дерево, или как оно называется. А это горденья. Ой, ну вообще запах, конечно. Вот этот балдежный, он я в спальню поставлю. О, офигенный. Вот этот черный пойдет в гараж. Очень резкий такой мужской парфюм. Ну, классный, я скажу честно, классный. Такой мужской запах. Короче, вот эти два классные. Ну, три банки $10. Пойдешь в обычный магазин, там одна банка будет стоить $10. И, как говорится, кот в мешке. Вот так я в Коска там на пробу понюхала. Ой, вот этот балдеж, просто балдеж. Короче, такая покупка. Ну вот. Короче, сейчас раздавлю чеснок.
чеснокодавки. Пошла, срезала розмарин. Вот тут наколопутила этих соль, всякие разные специи, вот которые я люблю. Вы там себе делаете, какие вы любите. Белый перец, паприка, паприка копченая, я ее везде кладу. Горчица сухая. Этот кумин сиц, все забыла, как переводится. Потом этого чуть-чуть бросила на тмега и мускатный орешек. И этот кардамона чуть-чуть. Сейчас вот это вот ля-ля-ля-ля-ля. Намешаю, натру. И плюс чесночка. Ой, будет вкусно. Заверну в эту. Сначала в пергамент, потом в фольгу. Она настоится, завтра запеку. Ой, будет вкусно и ароматно. Слушайте, тут такие запахи стоят. Мама мия, как говорится. Чуть-чуть еще масла добавлю. Эти специи, чеснок, розмарин. Ой-ой-ой-ой. Короче, сейчас все это позаворачиваю. Оно до завтра настоится. Представляете, вот все это мясо пропитается. Такая вкуснятина завтра будет. Короче, как-то так. Сейчас смотрим реакцию на новую игрушку. Смотри. Вот это вещь, скажи, да? Вот это вещь. Вот это вещь. Бля, вот кто дизайнер вот такую подушку придумал? Это ж надо быть совсем психом. Как на ней лежать? Куда? Куда попёр? Попёр, при сюда. Вот это... Всё, подушки закончились.